Че тут, короче, возможно, я в последний раз их одеваю. Гроб, готовим. Все, сегодня гроб в расход пойдет. Как всегда, гости приходят, Женек начинает убираться. Да нет, я давно убирал, уже третий день. Вот Александр. Всем привет. Появился новый участник, помощник. Всегда готов. Зарегулируешь, кроме голода. Да, у него, кстати, тоже свой канал. Александр Иванов называется. Ссылочку вам оставлю. Чтобы никто не убежал, да? Лопаты, наверное, не пригодятся? Нет. Нет? Сейчас здесь отверстие присудят и берем. Технологические отверстия, все схвачено. Коврик там, ага, подними его. Кто там ездит, блин? Утащишь, нет? Ну что, мы присутствуем при очередном эксперименте. Сможет ли человек пережить падение с 2,5-метровой высоты? Но не просто так падение, а падение капсулы спасательной. Вот, спасательная капсула, такая стилизованная у нас под определенный предмет. А вот у нас, собственно говоря, экспериментатор, тот человек, который будет испытывать на себе. Чтобы нам не было скучно, я решил слететь в гробу, ну, лежа в гробу с гаража. В условиях тотального кризиса в России это единственное развлечение, чтобы как-то поднять себе настроение, приходится заниматься таким вещами. Зимний вид спорта. Ну и как вы знаете, каждый эксперимент, который сопровождается с каким-то хотя бы минимальным риском для жизни, должен сопровождаться спасательными защитными средствами. Вот, я одеваю каску. Все, мы защищены полностью. Так, Евгений тоже защиту одевает. Все. Блин, ну нахуй, наверное. Не будешь? Не знаю. Давай передумаешь тогда. Ну, это жесть, ну... Слушай, это смерть может быть. Однозначно. А что делать тогда? Ничего, сейчас не прыгаем, просто все. Пиздец, могу на смерть убиться. Однозначно. Это может быть последнее мое видео. Да. Это что, называться будет видео? Борода струсил сейчас? Да. Борода не упал. Не смеши-ка, бля, борода не упал. Саня спросил. Ухай. Снизу как, высоко кажется? Ну, как сказать. Дай-ка я с закрытым полежу-ка. А может, да ну нахуй? Блин, я же могу позвоночник сломать. Да. И я никогда не сниму никакие видео после. Можешь высоту поменьше взять для начала? Для начала? Для начала, блядь. Давай вот с горочки скатишься вот сначала. А тем вроде как и не высоко кажется. Пиздец. Я все, себе все эти желудки отобью напрочь. Жрать не сможешь, представляешь? Давай-ка оттуда попробуем. Давай. Что-то жесть какая-то. Давай пустой кинь, посмотрим, что будет. Я как раз сугроб хотел, думал, мягким будет. Ноги не сломал? Нет, только одну. Одну? Да. Нет, это жесть какая-то. Бля, все кости сломали. Давай оттуда, сугроб, вообще будет весело. Очередной прыжок. Суперспособности будем выявлять у Женька. Давай закрывай, кидай мне. Холодно, минус 30. Все, до новых встреч. Раз,
два, три. Интервью с того света. Давайте отсюда упаду в последний раз. Вот так упаду, под землю. Я, наверное, себе все сломаю, да? Обязательно. А? Упаду в последний раз, и пойдем домой чай-пить. Контрольный последний раз. Крайний раз. Носки сейчас лифчика не... О, у меня много этого снега. Да. Счастливые носки. Единственная надежда на спасение. Счастливчик Ник, не подведи твои носки. Как по твоим словам, очень счастливый. Так, ты сейчас... Точно, надо наоборот снег побольше накидать, чтобы он активировал. Отлично все будет. Давай, может, я действительно снегом закидаю в гробу. Запакую. Замерз, наверное, наглухо. Боль не почувствуешь зато, как на цепи будет. О, бля, Серёг, рассказывай, что сломал? Не знаю, что. Я так замерз, что пока ничего не чувствую. Стёпа, прости нас, мы сломали твой гроб. А его еще можно починить, конечно. Из него можно два маленьких сделать. Весело? Хочешь попробовать? Пока что-то не очень. Давай разочек. Вы вдвоем даже можете, чтобы веселее было. Что-то не заманчиво предложение. Привернулся в воздухе. Конечно, проходи, уже все. Да, идите. Думал, сложусь на... Уточнишь? Спонсоры показа. Александр Посадский. Он мне дал поюзать отличные перчатки. Спонсор показа Александр какой? Иванов. Александр Иванов. Помогал снимать. Вот два оператора. Вот. И главное еще есть спонсор показа. Степа Клубок. Без Степа Клубка бы этот эксперимент бы не удался. А также отличные носки счастливчика Ника, которые меня спасли в очередной раз. И благодарим доблестную советскую армию за предоставленный шлем танкиста. Спонсор этого шлема Серега Старина. Да, конечно, конечно. Вы прям по доскам можете пройтись. Это как мостик теперь. Это доски. Это не пройду. Ну давай сейчас подвинем, 2 секунды. Ну это уже не уже, это просто доски уже. Вы там не пройдете. Все, сейчас уберем. Проходите. Давай. Специально для женка тут посыпали песочком, чтобы ему сложнее было тащить. На восстановление везем, реставрацию. Мы можем будет ходить. Гроб сдал, гроб принял. А? Лучше, чем новый. Да блин, это вообще искусство. Лучше, чем новый. Ты, надо на торги выставить. Произведение искусства. Концептуальное искусство. Блин, цены нет. Борода дед. Творец. Что там? Походу, говорит, палец сломал. Непонятно. Что-то у меня вообще как деревянный стол. Ладно, разработается. Дело времени. Мазать надо. Изнутри снаружи? Да. Ну что, вот мне чуваки сегодня помогли в съемках. Гробы этот сталкивали, толкали, внутри камеры снимали. Всем большое спасибо. Всем пока. Все, валим домой. А, да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, там подписывайтесь на социальные сети всякие разные, Инстаграм, ссылочку вам оставлю. Все в описании и т.д. и т.п. Все сказал, все сказал. До свидания.